Ну, конечно, какое было путешествие в Голландии без традиционного херинга? Это селедка. Она похожа на ношу, только менее соленая. Идет ее вот в таком виде, вот в таких вот порциях. Кто не ел, ну, не могу сказать, кто ел, думать меня понимает. Это восхитительный вкус, просто потрясающий. Настоящий вкус Голландии. Будьте в Голландии, не забудьте. Подходите и говорите херинг. И вам дает вот это чудо. Потрясающие вещи. Слушайте, великое преобразование. Херинг теперь называется селедка. Слушайте, отлично. Так что будьте в Амстердаме, подходите и говорите селедка. И получайте восхитительную рыбу. Итак, господа, когда вы будете в Амстердаме, вы должны попросить селедку. Херинг. Очень вкусно, малосольное, восхитительное на вкус. И даже некоторые утверждают, что большая ошибка, что к ней не подают водку. Большое упущение местных кулинаров, но ничего, время пройдет, исправим. Вот, а что касается селедки, это же очень серьезная историческая такая рыба здешняя. Добывается она в январе месяце, да-да-да, зимой за селедкой ходят в море. Вот, и подают ее, хранят ее какую-то очень-очень слабо маринованную. Но восхитительный совершенно вкус. Но его нельзя передать словами, вот, он восхитительный. Первый улов пробует королева. Да, и вот первую бочку, первый бочонок, вот это традиционно преподносит королеве. Если королева не померла. Только она теперь, по-моему, не королева, а король, по-моему, теперь есть. Ну, в общем, короче, неважно. Короче, преподносит представителю царского двора в обязательном порядке. И снимается первая проба. Селедке даже стоит памятник. Есть памятник селедке где-то в каком-то городе, я уж не помню где. Поэтому это такая культовая рыба. То есть в Голландии это не только сыр и не столько сыр, сколько это вот селедка специальным образом препарированная, приготовленная.